Всем привет! Поскольку вторая часть автотоваров уже подбирается к отметке в 100 лайков, представляю вам третью часть полезных и прикольных товаров для автомобиля из Китая. Наверняка вы помните этот чудо-карандаш для удаления царапин с кузова Fixit Pro, который рекламировался где только не лень. Только вот в рекламе его способности, мягко говоря, были сильно преувеличены. Он и правда может устранить некоторые небольшие поверхностные царапины по лаку, но не более того. А вот справиться с царапиной поглубже позволит следующий набор из специальной губки и полировочной пасты. И в отличие от маркера Fixit Pro, такая штука устраняет царапины, а не скрывает их из виду. Однако все мы знаем, что бывают и такие глубокие царапины, что никакой маркер с полировкой уже не помогут. А давать деньги за полное или даже частичное перекрашивание деталей из-за одной лишь царапины как-то неэкономично. В этой ситуации поможет замазка, подобранная под цвет кузова автомобиля. В продаже предлагается 39 самых распространенных цветов, из которых вы с очень большой вероятностью сможете выбрать именно подходящий вам. Новая интересная новинка от китайцев для тюнинга резины. Дешевое средство, которое поможет преобразить колеса и выделить ваши покрышки среди всей серой массы других покрышек. Судя по отзывам покупателей, краска довольно хорошо ложится на резину и не стирается долгое время. Уникальное средство для автомобильных стекол Aquapel. Если прям совсем вкратце, то это антидождь, антигрязь, антиснег, лед, блик и антизапотеватель для стекол вашего авто. Ну прям чудо-средство. Наносится он с помощью встроенной щетки и создает устойчивый защитный слой, срок действия которого, по заверению производителя, хватает на 10 месяцев или 20 тысяч километров пробега. Кстати, производится он в Китае по лицензии, поэтому не такой уж дешевый, как хотелось бы, зато действительно эффективный. Интересные светодиодные стрелки в боковые зеркала автомобиля. Такие же штуки можно наблюдать в люксовых авто, и это не такое дорогое удовольствие, как может показаться на первый взгляд. Есть просто мигающие, есть движущиеся стрелки, есть разные цвета. В общем, такой повторитель под зеркало сделает ваш автомобиль и более заметным на дороге, и более люксовым. Следующий товар – это типовая китайская штучка из разряда «не нужно, но вах, прикольно». Данная приспособа автоматически проецирует на землю логотип вашей марки при открывании двери. Это уже не относительно новое устройство, но тем не менее ставшее уже очень популярным. Еще бы, ведь теперь вы можете очень эффектно выходить из своего автомобиля. Вещь приблизительно из того же разряда – гибкий светящийся шнур с равномерным постоянным свечением на основе электролюминофора. С помощью такой вещицы можно красиво подчеркнуть детали вашего автомобиля и придать ему необычный вид. Бывает, иногда нужно разобрать что-нибудь по салону, но делать это простыми отвертками не всегда безопасно для внешнего вида демонтируемой детали. Такой наборчик из 4 лопаток поможет куда быстрее и без последствий отделить одну пластиковую деталь от другой. Ну и заканчивает нашу сегодняшнюю подборку сетка на липучках, которую можно лепить на любые тканевые поверхности и складывать туда всякую болтающуюся по машине мелочевку. А на этом у меня все. Ставьте подписки и лайкайте на канал. Спасибо за внимание. Пока.